Митинг, посвященный Дню освобождения Ивангорода от немецко-фашистских захватчиков, объявляется открытым. Шел 1130 день войны. До полной капитуляции оставалось 280 дней. Но победа уже шла по маленьким и большим городам нашей необъятной Родины, освобождая землю от немецкого ига. 16 августа 1941 года немцы оккупировали город Нарву. И уже 17 августа пришли в Ивангород. Эти два старинных города стали считать своими и вести себя как хозяева. Дата 25 июля 1944 года по праву можно считать датой второго рождения города Ивангород. В этот день закончилась кровопролитейшая операция по освобождению города Ивангорода, через день города Нарвы, в результате которой наши войска победоносно продвинулись на запад. Находящийся под долгим гнетом город Ивангород был освобожден. Да, этот город был практически разрушен, но, несмотря ни на что, продолжалась активнейшая работа противостояния врагу, работа подполья. Мы помним имена тех ребят, которые действительно погибли, были зверски замучены в этот тяжелейший период. Каждый год 25 июля мы собираемся здесь, в святом месте, на нашем мемориале, где похоронена небольшая часть тех героев, которые отдали свои жизни за наш город, за нашу землю, доказав всему миру, что врагу никогда не суждено будет топтать нашу землю. И сегодня, конечно же, мы преклоняем головы перед подвигом героев, перед их доблестью, мужеством и отвагом. Я от всего сердца хочу поздравить всех нас с 79-й годовщиной со дня освобождения Ивангорода от немецко-фашистских захватчиков. Я хочу пожелать всем нам добра, мира и светлого неба над головой. Спасибо. Сегодня мы вновь собрались в этом месте, как уже сказано, святом, потому что это место залито кровью мучеников, воинов, которые, невзирая ни на что, отдали то, что самое ценное у человека – это жизнь. Они положили жизнь свою за други свои и за нас с вами. Поколение, которое мы помним из истории, что наша страна регулярно боролась за свою свободу. Может быть, и земной шар существует за счет России, потому что всегда Россия наводила порядок и в духовном смысле, и в физическом. Прошло определенное время, которое от этой даты, день освобождения города, лежат люди, лежат солдаты, лежат офицеры, дети есть и гражданские, которые были изничтожены. Как мы знаем из истории Ивангорода, что людей-то почти не оставалось. Или изгнаны были, или уничтожены. И памяти род и род. Храни вас Господь и Матерь Божия, помоги Господи нам всем. Под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой, мы похоронены где-то под Нарвой. Пойтесь такие, сякие, такие, сякие. Что ж, пылайтесь такие, сякие, ведь кровь не вода. Под Нарвой, под Нарвой, мы похоронены где-то. Не растает ты, не увижу я тишины в поле. Будет 100 метров, а мои друзья